мудра, и руна к ней привязана, называется «С поддержкой кона», то есть с опорой на кона. Кон – это не дедушка на облачке, это некий закон, принцип, правила, алгоритм, закон кармы, можно сказать, связано все со всем, высшей силой, которая и есть, и нет, и слышит, и не слышит, и ну, взаимодействия с ней и нет, потому что взаимодействие происходит не прямо и на других уровнях, но эта сила есть. И можно на очень тонком, на очень глубинных уровнях, на очень тонком плане взаимодействовать с ней с помощью простой мудры. Она очень простая. Я показывал мудру. Помощь Вселенной выправляет Вселенная по воле Божьей, по воле Вселенной, по воле Кона. Пусть все сложится правильным образом. А это пусть все будет с поддержкой Кона, с опорой на Кон. Просто можно почувствовать и прийти в гармонию с Коном. Опереться на него. Можно так, можно так. Вот особенно на этом уровне. Я думаю, все почувствуют.